гостем компании Project Tay или Projecta. Projecta, скорее всего. А, экраны. Здесь куча всего. Единственное, вот это вот. Получается доска, на которой можно рисовать, стирать, и в тот же момент она проекционная. Она не такая обычная глянцевая, как мы используем в офисе. Она матовая и шероховатая. Я так понимаю, что проекция здесь лучше работает. Там еще есть другой вариант, более большой. Далее экраны.